ждут результатов расследования о происшествии в Черемховском психоневрологическом интернате. Сотни жителей региона. У детей, которые воспитываются в учреждении, выявлен сальмонеллез. Это уже второе ЧП за год. После предыдущей вспышки дизентерии интернат был несколько месяцев закрыт. Что случилось на этот раз, попыталась разобраться Алена Полоненко. Двери Черемховского психоневрологического интерната не успели открыться, как вновь заперты. У воспитанников учреждения обнаружили сальмонеллез. Трое детей оказались на больничных койках. По результатам лабораторных исследований у одного выявлена сальмонелла. Два других ребенка являются носителями возбудителя. Следователями Следственного комитета организовано проведение доследственной проверки по факту доставления в больницу троих воспитанников Черемховского психоневрологического интерната с признаками острой кишечной инфекции. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками Роспотребнадзора опрашиваются руководство и персонал данного интерната. Этот интернат уже был в эпицентре аналогичного скандала летом 2016-го. Тогда после вспышки дизентерии 4 девочки погибли. Как выяснили специалисты, виной всему осложнение их основных заболеваний. Ведь учреждение рассчитано на непростых детей с тяжелыми поражениями нервной системы. Тогда интернат временно прекратил деятельность. Там проводили дезинфекцию. Несколько десятков воспитанников лечились в Иркутске. Возобновить работу учреждения решили лишь в конце февраля. 27 февраля в Черемховский психоневрологический интернат из Иркутского детского дома-интерната для умственно отсталых детей переведено 8 воспитанников дошкольного возраста. Перед переводом дети прошли полный медицинский осмотр. В том числе взяты 3 пробы на бактериологическое обследование. Отклонений в здоровье не было выявлено. Сейчас специалисты заняты поиском источника заражения. Сразу после того, как был госпитализирован первый ребенок, в интернате ввели карантин. Однако, согласно выводам регионального Роспотребнадзора, в учреждении сделали далеко не все, чтобы предотвратить распространение инфекции. В интернате выявлено несоблюдение противоэпидемических мероприятий в период введения карантина, несоответствие дезинфекционных растворов заданным концентрациям, некачественная обработка посуды. В 30% смывов с объектов внешней среды обнаружена кишечная палочка. Сегодня суд на 10 суток приостановил деятельность интерната. Дети, не попавшие в больницу, переведены обратно в Иркутск. Дальнейшая судьба учреждения, прогремевшего на всю страну, пока неизвестна. Все ждут известий от врачей и выводов о причинах очередного происшествия в стенах интерната. Алена Полоненко, новости по будням.